Хотя орудие L7 уже устаревшее, но оно по-прежнему очень эффективное и имеет огромное множество различных боеприпасов. Эти танки также получили новые системы управления огнем, лазерный дальномер и систему ночного видения второго поколения, а также цифровой баллистический вычислитель, новые обрезиненные гусеницы, а также модернизированный двигатель, мощность которого была увеличена с 500 до 800 лошадиных сил, который обеспечивает максимальную скорость танка в 50 км в час. И конечно же танк покрыт блоками реактивной брони, которые почти полностью изменили внешний вид старого танка и резко повысили его выживаемость даже на современном поле боя.